кто вообще занимался спортом? О-о-о! Хорошо. Кто вообще смотрел армрестлинг? Видел это в Ютубе? Немного. Хорошо, опустите руки. Кто вообще пробовал бороться? Кто еще боролся там за столом, кто-то там сигал? А ты не просто, что у нас время ограничено, у нас 3 часа? Ты здесь сейчас будешь рассказывать про армрестлинг, давай быстрее. Кто вообще хочет? Давайте я тогда объявлю призовой фонд. $200, первое место. Да, то что, давайте, постарайтесь. Вот, смотри, сразу побежал, ёпта, не хотел выходить. Он побежал сразу, услышал деньги. Или может, знаете как, сразу быстрее. Вот так, Дима, сейчас. Меня, кстати, охранники пугают больше, чем вы. Я не знаю, почему. Да так меня... Нихуя себе, чувак, блядь, дай попробуй. Пиздец, вы посмотрите на это. А ты откуда, с Марса? Хуя себе. Да. Хорошо, я вас... Все? Итак, первая пара? Давай старт. Погнали, нахуй. Ого! Есть победитель. Нифига. Сори, чувак, я верил в тебя. Есть победитель. Не, ну это нечестно, это что у него за это? Походу победитель. Так, хорошо, теперь ты и вот ты давай. Я верю в тебя, давай. Так, хорошо. Только мы не ставим с тобой, чувак. Приготовились, го! Оп, есть победитель. Го! Да я знаю. Ого, прыжется! Ого! Слушайте, что ты... Кто? Ты слился, Локас? Ты чё? Ты больше всех выёбывался? Пидор, блядь! Текса! Жора, давай! Жора! Налево, налево, да. А давай с тобой подашься чуть-чуть? Да, давай. Он мне подастся. Приготовились, го! Жора! Помоги вам, Жоре, пацаны, давайте! Жора! 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 Ой, как у них жестко, это Жора, давай! Я сейчас, ну, рука у кого-то оторвется, мне страшно. Вы кончать будете? Кислый, давай, сделай этого ватника, давай! Вот это синтол тащит. Так, Тиму, ставьте! Так, хорошо, кто? Левый. Так, подождите, кто за Тиму? Хорошо, кто за Кирилла? Кирилла. Хорошо, приготовились. Го! Беларусь, давай! Ты сказал, что ты поддашься! Так ты хоть напрягся! Ты меня позорил перед всеми опять! Остались вот победители, сейчас... Вот все, победители! Так, хорошо, давайте... Кто там? Выбирай, Жора, выбирай себе соперника. Вот его, конечно. На правке стоит? Не, налево. Сразу не ломай. Ну, давай сюда. Хорошо. Потрогал. Хорошо. Кто знает на Жору? Сколько ставит? Ребята, время идет, как бы мы здесь на 20 часов сидим. Приготовились? Го! Жора? Жора, ну он крепкий, но... Жора, ты красавец, он поддался, он... Хорошо, теперь давай... Ну не привыкать. Ну да, давайте выйдем. Вот это вот интересно, ребята, я должен за этим наблюдать внимательно. Так, давай старт. Киборг из Марса. Давай старт.
Бля, я не могу на это смотреть. Я слабонервный, мне. Почему нельзя? Смотри. Если плечо уходит вот так, видите, это идет на излом. Поэтому так нельзя бороться. Нужно либо падать на себя, либо вот, ну, как бы тянуть сюда, чтобы плечо было закрыто. Давайте еще. Жора, я, по-моему, обосрался. А что у него кровь пошла, вы видите? Из пальца кровь идет. Вон, посмотри, ёпты, бля, на руку. А, хорошо. Это вчера. Так, последняя попытка. Победа! Да ты что? Так, осталось, кто у нас победители? Втроем, да? Теперь мне же сделать. Давай его все выберем. Только первое. Вот, выберем, да. И потом... Все, уже заканчиваем. Да-да-да. Победитель потом борется со мной. Ой, нет. Он уже ломает меня. Победа! Ну хорошо. А это ты вообще откуда, пацан? Ёбаный рот. Он вроде такой дрыщ, я не знаю. Там терминатор, походу. Че, тебя непонятно, микрофон отбил. Да. Понятно. Хорошо, остается у нас два победителя. Ты же проиграл, да? Осталось вот два. То есть финал? Да. Все, финал, давайте. Аплодируем финалистам, ребята. Ой-ой-ой-ой. Ну, не знаю, не равна это. Ну, вы поняли, мой словарозапас. На кого? Там добавьте. Для России вот там. Ну, вот это существо. Это была встреча подписчиков с блогером известным. Вот, это Дима Америка ТВ. Вот этот в синем. Посередине это Жора, Советмен у его. И Читербак, это друг, получается, этих блогеров. Они приезжали в Минск собирались, все остальные приезжали. Там Виджилинг приехал. Ну вот, попросили меня армрестлинг сделать, я провел. Ну и парни... Подписчики поборолись. Извиняйте, пацаны, что армрестлеров не позвал, потому что тут бы было бы больше армрестлеров, чем самих подписчиков, чисто чтобы прийти побороться. Поэтому извиняйте.